Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Кафе Куба». В жизни у каждого хватает проблем, поэтому канал ТНТ так часто дарит зрителю комедийные сериалы. Новая многосерийная картина «Кафе Куба» с любимой миллионами и очень популярной актрисой Маридой Федункив ворвалась в программу передач ярко и громко. Еще бы, если Федункив в проекте, значит, продюсеры приготовили что-то интересное и достойное внимания. Творческий союз двух замечательных артисток Марины Федункив и Марии Смоляниковой сделал свое дело. Первый сезон сериала «Кафе Куба» показал очень хорошие рейтинги. И голосовали не только зрители, которые хорошо помнят нулевые, а также фанаты Федункив, но и те, кому приходится по душе проекты канала ТНТ. Продюсеры не скрывают, что они были уверены в успехе их новой картины. Поэтому, скорее всего, мы увидим продолжение. Однако ни о начале съемок новых серий, ни о дате их премьеры пока официальной информации нет. Но неофициальные источники предполагают, что релиз «Кафе Куба» состоится в конце 2023 года. Если вам понравился сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.